Ай, забыл я ПГП мастер поставить, я клиента недавно сносил, как проблемы были. Сейчас тогда офнуть, поставлю его, чтобы сказал. Сложность поменяй на обычку. Я менял, вы вон здесь сидите. Кто он здесь сидит, посмотри. Давай еще раз поменяю. Поменялось? Поменялось прием? Нет. Нет. Значит, выйдите с инста. Какой вы инст, интересно, зашли, блядь? Хуй знает, никого в инсте нет вроде. Вы там все слетите? Угу. Да мы стоим, ждем, пока сложность сменит. Я менял, она меняется обратно. Кто-то зашел в инст. На офнутый, нету никого в инсте. Крепость бури кто-то зашел. Все поменялось. Кто-то алкогер пошел. Траять. Написано крепость. А там не похуй на сложность? Нет. Блять, если один чувак находится в героическом подземелье, как ты в обычное зайдешь? А у нас ЗСГР есть. Что-то еще. Там уже оно все уже к концу разработки. Мураска ходит соло проносит. Вага, там смотри. Если кому-то надо, с тел, с восьмой группы там. Или если ты пойдешь в рейд варом там или кем-то. Смотри там кого свичнуть. У кого приора там мало. Вага, меня там... мало приора, слышишь, меня можно сразу свичнуть. Вага, там Байер тебе напишет на ноги и голову. Ты на варе сейчас? Нет, пока напали. Ну ладно, там дойдете, напишет. За переход на часы. Нет? Да, да. Ебать, пиво. Мы куски честно. Не бомбу как-то, отдавать, это как-то слово по-другому называют. Приход за приход еще и начисляют, но это как-то странно звучит. Ой, погодно. Дилорус еще дал ассиста там еще по байерам, пати даст еще. Не, я говорю, мы Локу не будем куски отдавать этому, которого не хватает ЕП, или будем байеров брать на этих? Пока у него нету порога ЕП, можете продавать его куски. Надеюсь, он не в дизе, блядь, не слышит это. Покидает рейдовую группу, да? А что случилось-то? Что, Настю и Лину выкинули? А кто там? Сейчас я скажу. Там Инфернити пришел? Да. Инфернити раньше группу, зашли да? Слишком далеко. Инфернити уже был, я его кикнул, потому что он только PvP. Он вообще играет на другом сервере, сюда только охоту делает, и кап арены отбивать. Зачем он в гильдию вступал вообще-то? Надо, кстати, тоже по ПВП-шить как-нибудь в свободное время, когда будет. Приоритет же гильдии ПВЕ, правильно? Не, я имею в виду, да, это как приоритет ПВЕ. Нет, я имею в виду, когда вот так, то там, до РТ часа за 3, там, за 4. Да это-то понятно. Никто не запрещает. Свободное время, ПВПшьте, надо что хотите делать. Братьям написать в 3 блат ДК арене. Я читал, Броня. Что ж, шкуру трёт, он на замену, да, просится? Броня на замену просится, Враска просится. Нет, конечно, ему ответ нет. Я сразу понял, что он пишет, когда увидел, что он возле инста трёт. Чтобы не сдохнуть, там, блин, типа, подпрыгивай.
Да я в курсе. Кто не прыгал, блядь, понимаешь? Ты чё, блядь, от коронавируса, что ли, умер, ебать? Да какой вирус, ты чё? Да просто стоял рядом, у меня теперь не прыгал, ничего, стоял на месте, блядь, хуяк, ебать, отъехал. Шмотки ломает, сука. Тебе надо с этого босса что-то? Намеканзу. А, ну ты берешь пока трэш. А что, трэш не чистим, да? Какой трэш, если сразу босс? Фарада, у тебя на маговские куски байер на какие? Штаны и голова. Мишка, в курсе, как танчить ЗС? Да. Там этот чел уже 3 месяца ждет. Уже бы ЕП накопил, я не знаю. Ой, сейчас меня тут рыбу сожрут. Ты подпрыгивай. А вот то форме. Лунышка есть с собой. Один по один, у тебя 2 Т5, да? И тут фулл баффер бьешь. Мишка танчит тут. Метки, да, вот этот вот, который стоит. Паладин. Слышишь, Кават? Вот тут. Ау. Ты вечерний не пойдешь? Сегодня. Ну, в ЗС-ку вечерний не пойдешь за тренинг? Чек на пол. А я не знаю, когда это вечернее будет. У меня только сегодня и завтра могу на вечернее, остальные дни меня не будет. Подожди пару минут. Так, ловим рыбу. Тонус танков немного. Метки в танках. Вадим и Мишка, остальные в ДД. Подождите. Кого подождать? Спекаюсь. Все. Что рыбачить? Удочки у них херовые. Зачайте удочку там, блядь, на это. Плюс 5 к рыбной ловле там, блядь. О, изи. Блин, я пошел. А Гера когда дается, напомните? Я херу знаю. Уля. Говорят, только древние шаманы знают. Так может сейчас? Передается из поколения в поколение. О нет, когда там жжет, он злой.
вычерпывать. Бросил. Беги, малышка, Сверяем. Беги! Йотун, ты тут? Тут? Чё, как блядь, дела? Босс? А чё я, блядь, виноват? У танка агрос летело. Да берсерк, а просто... Косарь, да, ебай. Стражей бьем. Крестик заберите. Так, мы видим пока пока стоять или. Вот видишь, страж резервуара кривого клыка. Вот квадрат, например, кто-то зафирял, а его надо убить. Зачем клива? Оба вкрутить? Ну все нормально. Чтоб они рейд кливали, ну не знаешь что? Танки убить. Свободный танк, иди квадрат забирай отсюда. Оп! Сейчас босс нырнет, смотрите, три стража будет. Их надо забрать. Квадрат бьет РДД зону.
выйти из воды, чтобы исчезли жуки. Колечко, кстати, прикольное. Идите на трэш, танки. Офлайн or Bootmaster not installed. Понятно. Ой, он заразный вроде бы. Не, нормально. Фигня, плагин возьми босса, блин. Айзик, ты тут? Грудак этот надо кому? Хаста мастерство? Фейну скину. Не лопнусь. Как они будут лутать, когда мастер лут стоит? Так, тира шишка и не нужна, потому что на крафт сопротов теперь, если что. А для других зелий она не нужна? Да я не тебе отвечаю. Нет, я вообще спрашиваю. Нужна на какие-то БКшные, наверное. Ты на всякую херню только не знаю. А, вон, на дракона надо, понял. Танки. Сзади. Там большой пришел. Только зачем ее крафтить, если можно за репу выпить банку? И в целка за репу пить, да? ЦЛК по большей части пьют сопрот. Типа на остальных боссов туповая фласка не нужна. На ДД тем более. Делорус там роль эти, или Кирс, как они называются, парашу всю эту, воронки и БЕшки. Можно стать, пожалуйста, танком в одну точку, а не стоять непонятно как. Спасибо. Возьму бы поворот укулер танк. Один в эфире бегает. Закинулись те тапки? Да.
Ёпарас это. Там хочу чипсы на РТ прислают. Это чё, Гро там? Ведь тут рог рыш. Минус 2 у Венокрыша. Благодаря танкам. Рота, рота. 30. Бой. Стой, кружок. Этот. Олег, ты где? А я говорю, я рывок делал, моба и в воду. Беги, поднимись там, где, блядь. Поставьте шкаф. Жирный идет. Надо шкаф, я танки. Уже вот там почти. Тихо, 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 танки. Жирный идет сзади. Блядь, на мосту, через который мы шли, идет жирный. Сейчас он... Петенька, налево посмотри. Стой, не беги. А, вон, да. Он на Энджи загнулся. Идет. Че, какой там? Вроде. Понятно. Вроде хороший. Рэнч, набирайте. Нет. Сделайте хуёвый. Рэнч, чтобы болезнь не убивала вас. Или что? Сложно? Войт, высоко сижу, далеко гляжу, да? Нет, я просто по воду смотрю. С нарти и там словите рейндж между собой, нормально будет, я думаю. Вот, исчезла болезнь, говоришь, подойти надо, да? Только не бегите после убийства, чтобы болезнь кончилась. Она кончилась уже. Лесните сначала разбойников там. Починитесь, тут жив стоит. Кулак по ДК киньте. Я там тебе нельзя такого. Да я с телефона, бля, я говорю, кулак по ДК киньте. Да тебе его нельзя. С хуяли мы гуляли. Что ты рвал? Как ты умудрился сорвать у медведя в Т5? Это же вообще невозможно. Да, блядь, самое смешное, я даже не прожал, блядь, с этим усилением оружия и так далее, блядь. То есть ты крутой, да? А я без ДД-3 был. Не бья в тарге танка, можно изи сорвать, да? А почему бот не был в тарге танка, блядь? А... Первое, когда... Босс, лагаешь. Кливать-то профитнее через тарги танка, блядь. Да, был один лагающий танк, теперь другой эсмин. Мы сейчас про босса говорим, я на трэше не умирал. Не могу понять, почему смычки такая. Да он периодически поворачивается, блядь, он и бил моба Локовского, блядь, он что, тоже сорвал, что хотелось? Там, когда танк падает в воду случайно или специально, не знаю, да, у него огромнейший... Типа периодически разворачивается по ходу боя и бьет кого-то. Мишка, да. Просто не подбежал вовремя, да? Да, он отошел. Видимо, не успел подойти обратно. Значит, Мишка не знает тактику. Я ему как-то в воде постоянно держу, чтобы он не... Там поди нахожусь.
там будет больно. Второго мага за контроль. Дергайте череп быстрее. Поставь крест, чтобы законтролили его. Все. Отключите звездопад, идите по краю стенки, чтобы не согреть босса. А у нас 5 паладинов, леди, а чё аура 3 всего? Аура коня надо. Тебе конь очень нужен, ты потерял своего? Нет, да конь-то до этого мой стоял, я смотрю на огне и нету, mm-hmm. понимаешь? Коня убрать, ты понимаешь? Есть на огне. Кони есть, если посмотреть. Не знаю, на меня не действует аура коня почему-то, поэтому я и спрашиваю. Во всем виноваты цыгане. Я вижу три ауры. Накаст, огонь и броня, все. Остальное где? Хочешь полный набор, да? Не, мне просто день фреймы включай, чтобы посмотреть, кто рядом, а кто нет. Я бы не спрашивал. Может, они где-то потерялись? Все паладины тут. 4 пала в рейде. 4 ауры активны. Не знаю, что ты там насчитал. 4 паладина в рейде, когда 5. Посмотри. Это не... Посмотри, что двое из них на замене. А один там. Четвертая аура появилась, я вижу. Мишка, знаешь, как танчить этого босса? Так, именно вот сейчас совет будет? Нет, слепец. А, слепец... Вадим паладин, ты? Скай медведь танчит, у паладина нету Т5, там пиздец. У него 2Т5. Это 2Т5 полное говно, но он стакнет, кстати, на трэше, так что может и он. На вихре стакнет. Вадим, у тебя ретрик есть? Давай в ретрик акват в танка. На второй фазе, там вот когда вот там кто дальше стоит, на там он и начинает. Олег, в сову спекайся. Отъедайтесь, там ману, вон рыбу есть. Чё там, байеры, не байеры? Нет, никого нет. Байер на следующего будет. Угу. Залил иннер советчик на пол. Какие два человека на козырьке, остальные, блядь, как холопы снизу, блядь, крошки подъедают. Аспект. Где? Ни камней, ни чаров. Хорошая сова. У меня сова так для РБК. Нарте тут? Я
Так, еще раз, кто танчит? Кават? Да. Даю отчет. Гоны, да, повсплывали. Для этого рейндж держите, чтоб не подох. Иннер похлепал. Один кто-то, не все тут. На вихре рейндж. Дубовую кожу, шторма захер. Что там это, ну типа то, что шаманы дают? Да зачем? А Кинари кто поднимал? Шторм. Ну Геру дайте, не? После босса в ДД? Нет, там совет. Ты же в курсе, что у нас вся хил-группа это твинки и офспеки? Весело чё. Чё твинки не люди? Босса, убей своего. Цепухой не хильте. Так он и один шаман. Прикинь, своего захилил цепухой. Через себя хуяли. На вихре не забывайте отбегать и прожимки отдавать. Там незыблемость, дубовая кожа. Ледяной этот блок, айсблок мага. Глыбу. Бабл. Всю парашу. Дыхать не надо. Еще хотел спросить, а что он у нас пиво в рейде делает? Он на рейде что делает? Теперь в гирде? Он на ком? Там внедрился, что ли? На ком он, Луцинь?
тоже внедрился. У тебя свои рейды там где-то есть, правильно? Флэр дать кому, нет? Он сами будет теперь рейдить, так что успокойтесь. Поздоровался. Тут ляма босса. Можешь поздороваться. Имею в виду в 10. Привет. Привет. Мне уже нравится за это. За этот дроплист. Четвертый. Давай, Дива, рассказывай, как не родной. И что-нибудь такое. Можно, не надо. Это что, новые ачивки добавили, что ли? Или... Там Вага онлайн или ушел? В игре есть. В DC не факт. Так. Знаком. Вопрос на засыпку. Лок хочет Т5. Байера на Т5 нет. И он единственный его ролит. Ну, так отдавай, конечно. Надо найти Байера просто, мне кажется. Отдаю. Сука. Логичный, типа, ну а чего? Не знаю про голову. Типа на офспек заберут, значит, люди, я не знаю. У Делоруса там... или у Фарады спроси про голову там на нет платье. Офспеков. Так, что это пояс? Так, ролят Вадим и Кават. Кават, тебе точно надо это? Мне весь шмот с блоком щита надо ЗСК. Вага, тебе на кого там написать, чтобы его принять? Про мастерство не актуально, да, больше? На Хвалу пускай пишет. Конечно. Вага, там слышишь, говорят, кусок никому не надо, но хочет забрать толпу. Про вердикт. Что? Ты ему уже отдали. Тру вердикт. Ну, блять, да? Если Байера нету, да, можно отдать, логично, не правда ли? Зачем два? Боль, блядь, что делаете? Это еще и плохой. Оба плохих. Ты такого пояса нет? Вообще, почему? Блядь, третьего не сагрите только. Там с рыбы тканевый пояс не падал. Вага, нет. Ты тут? Да. Этот торт пишет, сказал тебе написать кидай гильдию. Что это значит? Взять гильдию надо? Короче, офицеры и замы, хотите, принимайте. Разбирайтесь сами. Я вот то, что сегодня сделал, меня это просто все заебало самую малость. Просто они не в курсе этого цирка и все. А что случилось-то? Я не в курсе цирка. Я их исключил из гильдии, чтобы они в своих дрязгах разбирались вне гильдии. А они сегодня что-то кипишевали, что ли? Они ставили ультиматум, либо я, либо она. Типа мы не хотим рейдить в одном рейде друг с другом, поэтому выбирайте. Кто второй-то? Ну это кратко и по делу, я так понял. Ультиматум, либо я, либо она. В смысле, они обе так говорили? Это да. Типа из разряда либо я, либо Кават, да? За блоком. Я бы выбрал Кават. Кават, что ты?
Ну, блядь, коват мейн танк, я бы тоже ковата взял. Уходит, покидает гильдию. Скажи, Войт, стараешься, стараешься, они даже не ценят. Блин, если бы я старался, блядь. Вага, плюсанул тебе там? Да, я взял бар, вот этот но-но. Да, ему штаны. Его надо взять, да, Вайши и Каратроса. Так. Какой-то... Трэш. Ну, сейчас трэш почистим, короче. Смотрю тут рекаунт, точнее, скаду. Первое место Эйзенкс, второе место Сантей, третье место Калач, четвертое классное. Все. А нет. Они не достают, смотри, просто все стоят сзади. Там хилы стоят, если они подойдут, хилы сдохнут. Мне вот чисто интересно, вот у вас сейчас Инфернити в рейде, ну, прям. Ну, да, да. Ну, он мертвый. А в DC его нету. Так а нахуя ему в DC быть? А этого бить-то можно, нет? Его нет, только на РНЖ. Он тоже хуёвый. Не, Лёх, это я знаю. К хилам не подходите только. Почему этот поезд с двумя красными дырками, а? Куда нахуй ты его ролил? Блок щитом. Плюс 76. Я не знаю, типа, вы хотите без мастерства ходить оба, что ли? Что, блядь, драгон, что ты? Смысл, блядь. А смысл от этого мастерства? Ну, если что-то ты... агронабор, это обилка одна. Штычкой промазать, это агронабор. Она промахивается только это из-за сервера, а не... Так, она вообще, по идее, не должна вообще промазывать. Так можно я пройду? Хочешь сказать, что, это из-за эвейдов? Да. Знаю, у меня есть такой так, случай. А только сапоги с блоком, я не помню сколько. Враска, я там столько раз манекен херячил, ну, смотрел вот это вот после реворка, что ни разу не было мимо, или куда-то там уходило. А скиллы в промах почему-то не уходят на манекене, хотя будет 0 меткости, 0 мастерства. Может, промах, вы сразу вот. Сбежитесь в танк? Как тебе палка может хочется. Уклонить? Ладно, по скаде наводишь на спелл попадание и... Не хит тебе, хэсду. То есть так. Короче, ой, нету, бой. Мимо. Коник, это то же что самое, что знаете, ты пойдешь сейчас больше. Стул побьешь, а он уклонится от тебя. Почему? Ну, кого же говорил, то что ты стал на манекене. То есть манекен, он, типа, если он вкопан в землю, а если он на... На пружине или на чем-то так, может как уклониться. Как он может, да, не? Уклониться? Да не, не может. Че, угораешь? Братка, я тебе говорю, за данный случай, вот за все время, что мы сейчас в ЗС-ке, вот скада за все это время, ни одного промаха. Священным пламенем. Так тебе подойдет? Ништяк, мне Драгон говорил, что у него будет. И священный промах, а сам удар щитом. Ты их промажешь. Священный промах, блядь. Сука. Чё, мы бьём трэш-то, нет? Ну, конечно, давай бить. Вот он моб идёт. Что он там, какой? Сейчас хороший? Узнаем, через секунду. Ну, как бы не знаю, я смотрю, вы хуёвый. Там придумываете, я потом вас посмотрю просто. Я сам не вникаю. А он сюда вроде не спустится. Ой, ты сагришь, наверное, его. Он отпускается. Да пробеги колонию просто. Блять, ты сука. Это плохой. Добивайте первого. И рейндж, главное, словите. Вот видишь, уже не понадобилось. Спасибо. Блять, он тоже хуёвый, да. Давай резай, масрез.
Айзен, кринжот, коварный. Если чё, он там стоит хилиться сейчас, в данный момент. Вот в трупе этого второго. Его надо как-то вывести оттуда. Там грибы под ним, надо его вытащить из грибов. Я такого даже не знал. Что, это заразный же, да, стал? Да, заразный тоже, он хуёв. Войт, ты тут? Да. Чек не ПМ. Какой ПМ? Свой, наверное. Еще раз напиши, я хуй знает. Войт до конца не настроен, да? У него там где-то он улетел. Ой, ПМ. Кинь мне промоут Навара. И Пала можешь выкинуть. Сейчас тут бой закончится. Там сделаешь как надо. Про Байера не забудьте. Если надо будет, поставишь в рейд там, кричи, я колонки включил, пойду покурю. Два этих жука. Блять, бой еще. Тут это больной. Нормально разогнанная, по 17 тысяч бьет. Йотен, сейчас лужа будет. У меня скафандр. А второй тоже скафандр есть. Так, сейчас надо челика перевести. Че там, резидент же надо давать, да? Звание. Петельник надо давать. Трэш слева, справа. Ну что, надо пробавки. Дайте джирс, пожалуйста. Думаю, ассист. Вместо Байера кто на Микадзе послакает? Ой, Байеру вместо Микадзе, да? Все, иди, портуйся, пока. Че, у кого джирса нет? Мой ПД. Нужен кто-то, чтоб послакал. Бутапес, тебе надо что-то с босса с этого? Чипс, ты в DC? Нет. А, Бутапес, не расслышал. Надо что-то? Не, не надо. Так, вместо тебя возьму. Чипсы возьму. Чипсы в DC, плюс они что-то сделают. Вон, джипса поставил. Там о, спасибо. А, чипсы писал, он отдаю там что-то минут на 5. Надо будет его, чтобы он похилил. Че там, меня в рейд не надо? Да не знаю. Ну, я типа тут... с Байером поставь меня, чтобы я там ГБ это все перевел.
кинул. А. Кто послакать хочет, типа. Кто там у нас, блядь? Не, Проня не пойдет. Новички тоже не пойдет. Может, Миюки вот. Миюки это что, сова, да? Это новичок, поэтому пускай остается в рейд. Из миликов кому не нужен лут? Я уже. Вага, пошли в это, в отдельный канал куда-то. На минутку. О, поешь. Пойдем. Это, ты мне объясни про Полину и про эту... Она мне сейчас пишет, типа, ты сказал взять ее в гильдию. Было такое, нет? Дословно как было. Лично я принимать их в гильдию обратно не буду. Предлагать им вступить тоже не буду. Офицеры и замы, если хотят взять, могут взять. То есть, если кто-то берет, они какую-то ответственность на себя берут за это или что? Да. Ну, я не хочу как бы с этим связываться, то что, я не знаю, мне люди пишут то, чего не было. Ну, типа, ты не говорил, что я ее брал в гильдию ей. То есть, я так понимаю. Мне пишут всякое FPM там, блядь. Я вот веду рейд, и мне написывают там. Я тебе сказал вот дословно, как оно есть. Лично я никого из них брать обратно не буду. Офицеры или замы, которые это сделают, могут взять по своему желанию, усмотрению. Только, соответственно, спрос будет с них. Ну, в том смысле, если опять будут какие-то перепалки в рейдах и вся вот эта херня. Ну, я понял, но я с этой хуйней не буду связываться. Сейчас кого-то надо, блядь, заменить. Йотуна, может? Сейчас у Йотуна спрошу, чтобы твою вару взять, чтобы ты это... Ну, ладно, пошли дальше. Это нормально всем. Йотун, тебе надо что-то с босса? Ну, я палочку думал паролить. Палочку? Плюс штаники, нов спек. Хуй знает. Штаны на мейн нужны. Тут на мейн надо. Ну, знаешь, так палочку. Не, мне похуй, в принципе. Я просто мог его потанчить еще шамана. Ну, хочешь, на замене посижу. Кому не надо ничего с босса, плюсаните. Чипсы, ты в дисе, ты это хилить должен, луцинь тоже. Чипсы надо, чтобы ты шестым хилом похилил тут. Классное, не надо ничего, ну ты прист. Гимна ману, гимна хп, пригодится. Блять. Давай все-таки хуй знает, Проню отправим. Почему Проню, слышишь, я хочу. Вам танк нужен? Сейчас, что, нет? Важный в рейде. Я мейн-спек танк. Я хочу на замену туда. Почему он, блядь, не... Надо мне вагу просто в рейд воткнуть. Слышишь, вага? Мне надо просто зайти на два босса, где есть байер. Каратрас и Вайша. Дальше вас там никто не трогает. Классно, это единственный прист. Проню могу зайти. Давай, я на замену пойду. Давай. Все, вкинул вагу. Вот так вот сделаем. Этого босса пока дальше там. Вага, я забыл, мы тут без саппорта, да, ебашим? Да. Сейчас я приду через минуту. Маняйте там по возможности. Но, насколько я помню, хилы берутся, брат. Вадим Паладин, у тебя в танке 80 тысяч хп есть хотя бы? Пошутил, что ли? Блять, у кого-то, наверное, 80 нет. Тысяч хп. Пошутил, что ли? Сколько у тебя? 90. 90. У тебя брюли, да, стоят на стамине, потому что. Так, блядь, где-то 80 почти будет. Ну, вообще должно быть. Без брюлей, если. Без брюлей 83-84. Войд! Да. Че, мне в танк спек, шаман держать? Нет.
ДД? Там Хелфейн потанчит. Мишка, ты будешь шамана, Хелфейн будет бабу начинать, а Кават двоих. Давайте там в туннеле что еще пару мобов убьем. Бегите сюда, танки. Это у тебя 83, когда у тебя две тринки на хп или, блядь, или без... Или... Это у среднего танка 80. Че, Малкрима первым? Нет, советую. Так а че мы сюда идем? Просто расчистим. Кого, тресни меня возле колонны. Пошли обратно, советую. Нет, нет, не туда. Мишка танчил тут? Метку поставь, куда уйти все. Вот звездочку заводишь. Понял. Шамана. Шаман — это вот этот крест. Угу. Хелфейн. Ох, так и... Хелфейн вот тут танчит. А босс танчится... Вот тут. Значит... С пула. Кого там посмотришь? Там жив стоит, если надо. По просадке рейда посмотришь, дашь сакру на рейд. Как будет пробивать эта ледяная хуйня. Потом Хелфейн, как отдашь, накопишь 5 стаков вот этого говна Т4, дашь тоже на рейд. Скажите, когда эту хуйню отдадите. Дисконнект или что? Чинитесь. Нет, вроде. Режьте рыбу. Че по хилам-то? Сейчас скажу, чипсы суманем. Да мы все чипсы. Мразка, ты заходишь, загружаешься? Да, нет, да. А кто кого хилит? Ну ты твоих, наверное. Я чипсы там... А Кинари хилит кого-то. Дайте баф. Так, Фоджи хилит Хелфейна, а чипсы хилит друида, который... Это шамана танчит. Чипсы, слышишь? Друид вот звездочку на него поставил, его хилишь. Он танчит шамана. Друид. Мишка. На шо, 8 друидов в рейд? Это шутка уже не актуальна. Вот. Ну а эрдрушники, они, ну, хотают рейд. И смотрите, перед пулом захотывайте рейд уже, потому что будет просадка сразу хорошая. Так, давайте чек на пул. Первым убиваем вот эту бабу. Черепок поставим. Кинь лутера на меня сразу. Сейчас. Хилы тут этот саппорт берут, нет? Сейчас лутера. Поставлю вага, чё по саппортам хилам? У нас чё там, 6 хилов без ДЦ? Да. Ну так уж и быть, 6 людей, которые хилят, могут достать саппорт из КБ. Ладно, у тебя в штанах с сакетами. Поставьте там ГБ. Возьмите. Дырка в штанах. А, еще подойдите поближе к рейду. Сейчас вага на хп кликни, чтобы хп еще было там, заебись был.
Штаны не те. Просто задом вперед один. Ага. Чучик. Может кто достать вопрос? Я не могу достать. Могу дать на 50. А сколько он апает с алхимика? Ты хавал? Как, а как обычно. 75, да, дает? Чё, взял шторм, нет? Шторм дали, не дали? Сейчас вытащить нет, могу. Троид, кинь мне. Скажешь, как будешь готов? Да, готов. На счёт 3 по этому, по ДБМу. Пуляем. Пуляю я, а вы раз забирайте. Глух хитите. Ревностный. Сакру отдал. БР раскидайте. Так, шторм ресая маска. Нарцея ресая Элрея. Луцинь Вадим Паладина. Захиливать готовьте. Ложимся, не ресайте. Стоп, стоп, не ресайте ничего, ложимся. Я рес. Классная, у тебя есть хоть какой-нибудь ДЦ слабенький даже? Друида какого-то нету, да, он все. Там ваншот был. Ну, значит, тогда пьем все с отворота. Там кого шотнул? Из банка ГБ скорее. Или свои? 3Б раздали, да? Блин, кто убил, может, пьет свои, кто не может, пьет из ГБ. У друид даже был, блин, на НЕ как-то ник. Крист, ой, ДЦ, который на личе танчил у нас. Он не может ходить с ДВ-рейдом, вследствие работы. А, я понял. Как ник скажи-то, блин? Мгновенно. Мгновенная, да-да-да, вот. Так, а чё, саппорт-то брать можно, нет? Да можно брать. Еще раз говорю, кто может, пьет свой саппорт, кто не может, берет из ГБ. Если у кого есть сопрот, дайте мне тоже трейд, я спалу верну. Звездочки сопрот у кого есть, дайте тоже. И на хп крикни сейчас. Подожди, не отбегай от нас. Хп крик слови. Плюс паладинов ретри аура поставьте лучше. Лагаешь. Поставили. А, крикни на хорошо. Да шамана все равно тебе не достанет аура, по-моему. Infinity Pro пишет саппорт. Есть у кого-то? Он в Африке. Нахуя ему саппорт? Чик на пол. Дайте почту, пожалуйста. А, у кого КД плюс в рейд? На БР. Спасибо. Россия, Луцинь. И Энги еще зачем-то отдал. Шторм, у тебя нет КД? Нет. Где япончик, кстати? Даю отчет. Так, кстати, где япончик? На работе. Геру нет. Да, конечно. Блин, паладин, дай забрать. Забирай.
кожи прожимает. Да если что, он тренинг прошел. Ты отдал Т4? Врагов, который... Да, отдал. Кого тоже отдал? Да. Мань, которая Антонида сахирит, поставь тотем от огня, пожалуйста. Не уроните звезду. Пошли. Пало, пало. Ресница пала. Я резу. Или держите ковато. Хильте ковато. Резу. Вставай. Уронили медведя. Ковато, уйди, крестик. Кого-то сильно хилим, все хилим. Поднимите медведя. Так, медведя Миюки поднимай, иди. Куда ханта повел? Ну, чтобы хилам проще было хилить меня и тех там. Медведь, вставай. Баф по Мишке. Крестик забирай. Отведи. Босс же АУЕ мог костылить. Опять откидывает. Дайте ханта быстрее. У кого еще БР есть? Я Шторма отдал. Отдал. В кого? Вась, тут не бьет, где я стою. В кого отдавал Шторм? Танка со звездой. Миюки, ты тут? Кого отдавал? Есть, блядь. Хильте сильнее. После крестиков на фул хп рейд заходите. Миюки, поднимай котенка, котенок Энги. Был взрыв? Да, как раз, когда убили шамана. Взрыв 5. Да, давай напротив. С ханта сразу захилить. Каску кулак. Взрыв 5. Все друиды и нора в КД отдайте по хилам. Акинари, Нарция, Фоджа. Акинари не надо, я сам. Че это, Войт, я не нужен пока. Я иду походу матом. Ты кто, ты кто? Там. Бафую каску это. Ну я в диси, чё люну. Ага, взрыв. Лутер у тебя вода, да?
взрыв после этого сразу. Мусик станция.